Спорим, я тебя сделаю. А наверху Настя будет встречать победителя тортом. Ну или поцелуем. Отлично ты за меня решил. Ну, может, хотя бы в щечку? Не, Юрец, ты, конечно, можешь сразу сдаться. Еще никто не сдавался. Тогда даму вперед. За даму ответишь? Кеша, может, не надо? Я по вашей стрёмной трассе не поеду. Да что ты волнуешься, Настя? Ты что думаешь, я там Юрца со скалы, что ли, спрошу? Мы же друзья. Он сам грохнется. Езжай наверх, встретимся наверху. Из отряда я уйду? Конечно. Конечно. Ну, просто мы по-другому не сможем. Ну, и в Сочи мне больше делать тоже нечего. Ясное дело, уедешь. А чем заниматься будешь? Нет, мне интересно, поделись планами на будущее. Да это вообще не важно. Я что-нибудь придумаю. А чё ты сразу не уехала? Ну, после того, как из ФСБ уволилась. Так я не знала тогда про бесплодие. У меня анализы эти позже пришли. Блин, подстава. Времени нет. Давай, Юль, собирай вещи, освобождай жилплощадь. Мне нужно срочно женщину искать. Пускай мне детей пачками рожает. Саш, я понимаю, что это очень тяжело. Ну так правильно. Правильно, Юль. Что у тебя в голове? Я понять не могу. Ну, ты видишь, какая. Мало то, что я бесплодная, я еще наглубольная. Еще и сыщик. Это я как-то пережил и с головой твоей справлюсь. А я здесь мне. Ты хочешь детей? Я хочу быть с тобой, Юль. А с детьми мы как-нибудь решим. Не знаю, установим, наверное. Юль. Серьезно? Ты на это готов? Я не готов потерять тебя.
А что делать, мы решим вместе, ясно? Я тебя никуда не отпущу. Слышишь? Все. Тихо. Мне Марлен звонил. Ну, по отцам помнишь? Говорит, видел тебя вчера. В полиции. А. Сын, я в твою жизнь лезть не привык. Но если у тебя проблемы, ты не молчи все-таки. Да нет, пап, все нормально. На допрос меня вызывали. И о чем спрашивали? Где был, что делал? Не я ли Дронова убил? Ерунда какая-то. Левик, солнце мое, не спеши, пожалуйста. Нужно потопать ножками. Потопай, а то все в песке будет. Потопай ножками. Давай, давай. Откуда у них вообще такая мысль? С чего тебе вдруг убивать Дронова? Тише, пап. Не хватало еще маму напугать. Правильно. Не надо маму пугать. У вас все равно не получится. На, забирай своего бандита. Умотал меня сегодня совсем не ребенок, а вертолет. Левик Джан, мама сейчас суп погреет. Ты поешь и пойдешь спать. А если не поешь, пойдешь спать голодный. Понял меня? А что, тебе суп погреть? Да не переживай ты так. Им все равно не удастся доказать, что ты убил Дронова. Мам, ты чего? Я его не убивал. Правильно, не убивал. Поэтому я тебе и говорю, не переживай. Нет, ну с чего они взяли? Ни с чего, а с кого? Арам, ты у меня как маленький. Что ты не понимаешь, что это она про Ашотика рассказала? Кто она? Кто-кто? Вдова. Видно, всем рассказала, что у вас с ней любовь. Вот и все. Арам, отведи малого руки помыть. Угу. А ты, Ашотик, не обижайся. Столько девочек вокруг хороших, а ты что? Ну ладно, что теперь? Арам, что мы сидим глаза вот так? Иди ребенка руки мыть. Арам, ты откуда все знаешь? Об этом что, все знают? Ну откуда все? Ну что ты глупости говоришь? Все, что ли, тебя в животе носили? Он же меня держит. А, тогда знаешь, что держись за него. А, ничего. Как-нибудь. Так! Что? Саша, ты падаешь? А? Нога! Остальную выручку после закрытия в сейф. Ну, ты знаешь. Георгий Сергеевич, сейчас ли проверка? Ну, проверка, проверка. Позвонишь мне, я договорюсь. Что ты как маленькая? Я телефон забыл. У тебя на кассе. Принеси, а? Да, сейчас. Я тебя здесь подожду. Вроде симпатично. Вы не знаете, тут вкусно кормят. Обижаете?
Георгий Таркисович, вот! Ой, вы что, вам плохо, что ли? Ой, Георгий Саркисович, мамочки, а где? Кого? Больница! Сейчас. Мне вот интересно, а почему ты Ашота так быстро оправдал? Ты докопался. Я пообщалась с его двоюродной сестрой. Узнала, что он от Липки, но даже не знала. Ну, может быть, она просто не в курсе была? Ты сейчас подначишь меня или что? Ну, чуть-чуть. Ясно. В общем так, я эту версию проверила, закрыла. Все. Это же на тебя не похоже. Ну, мне кажется, ты что-то такое накопал на Ашота, просто говорить не хочешь, да? В общем, Саш, поезжай-ка с ним на рыбалку, и, возможно, он сам тебе все расскажет. Саша, а Сережа здесь? Нет. Я понимаю. Слушай, Игорь, я еще никогда на таких трассах на квадрике не гонял. А как же знаменитые трассы Ульяновска? В общем, спасибо, что позвал. Вообще меня Ашот заставил. Я его сначала звал. Ну, он прям настаивал, чтобы ты меня взял. А как же Соня? А ты, я смотрю, за нас Соня сильно переживаешь. Она мне рассказывала, как ты меня перед ней защищал. А чего защищать? Она же не нападала. Очень хочется перед ней хороший быть, да? Ну, а что толку? Она все равно знает, какой я хороший. Только она все время плохих выбирает. Да ладно тебе, Семечкин, не ревнуй. Просто сбрось меня со скалы, и Соня тебе достанется. Я не ревную. Я просто люблю. Я, наверное, квадрик сдам, а сам на базу обедать поеду. А ты? Мне квадрик сдавать не нужно. Я наверх через шоссе поеду, мне все равно к вечеру на дежурство. Ладно. А вы уверены, что Сережа вообще не приходил? Может быть, он пришел, поспал и ушел, а его просто никто не заметил? Нет, Зойка, у нас так не бывает. Петров базу обходил. Старик на базе был почти до полуночи. Зоя, спокойно. Спокойно, сейчас все выясним. Да что спокойно? Надо звонить в больницу, в морге, я не знаю. Какие морги? Старик уже вон запросы везде послал. Давайте поедем к вашему дому, камеры посмотрим. Да нет у нас камер, это частный сектор. Саш, ты с ним пересекался вчера. Он куда-то собирался? К Ежову собирался. Сказал, что от новой работы откажется. Он вообще какой-то бешеный был. Вон водой Прохорова с Ленькой окатил. Это все из-за меня. Если бы он сразу Ежову отказал, то этого бы ничего не было. Так, стоп. Это не из-за тебя. Он сам сказал, что хотел послать Ежова, но не стал, потому что тот ему допуск в архив не даст. В архив? Да. Так и сказал? Прям при Леньке? Ну, наверное, я не помню. А что? Понятно. Я поехала искать. А ты звони, если что. Секунду. Юль! Ты что про Леньку-то? Он теперь твой новый подозреваемый? Ты по всему моему отряду хочешь пройтись? Я вчера своими глазами видела, как твой доктор копался у Гиреева в сумке. Так. Я ему сейчас позвоню. Действительно, звонить не нужно. Если Гиреев у него, ты его спугнешь. Иди к Зое. Ой, Юр, смотри! План Б! Ты дашь мне по башке палкой, чтоб нога не болела? Нет, чтоб ты ерунду не болтал! Я палкой мотоцикл приподниму. А вот так вот. Давай попробуй. А! Стой, 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 стой! Что? Юр, ну потерпи сейчас. Что, прям так больно? Нет, здесь склон осыпается. Зоя Сергеевна, вы пейте чай. Да не могу я пить, мне дышать даже трудно. Ну, попробуйте успокоиться. Подумайте о ребенке. В больницах Сергея Саидовича нет, значит, с ним все нормально. И Юля его найдет. Ребят, скорая звонила. Что с ним? Не-не, Зоя, это не то. У нас вызов на Туапсинскую, 18. Там опять этот болезный, которого Игорь картошкой тер. Тот самый с кольцами на ногах? Ну да. Надо ехать.
Нет, пожалуйста, Саш, не уезжай. Ну я совсем без тебя тут с ума сойду. Старик, что с мужиком-то? Да опять я что-то куда-то доцепил. Доктор в трубку ржал, как конь, я не разобрал. Зой, тут Соня. Старик, все в порядке будет. Саш, ну пожалуйста. Не-не-не, я не поеду. Ну, мало ли на что он в этот раз. Блин, Димка, где ты ходишь? Ладно, ладно, я съезжу. В конце концов, чего я там не видел? Стой, спасибо! Если что, звони. Тебе картошку выдать? Спасибо, обойдусь! Встал, пень. Поехали, нас сейчас догонят. Да они пока чухнутся. Смотри, какая тема. Нафига нам это надо? Что, не догоняешь? Нет. Они нас будут искать на моцках. А мы опа! И на таком красавце там дальше, мимо ЛЭП, можно уйти на трассу, напрямки. Понимаешь? Ага, а моцки мы с тобой здесь оставим, да? Ты их в прокат взял, тебя попалит. Неужели ты не понимаешь? Ну я что, идиот, что ли? Я их на чужое имя брал. Давай, слезай. И сумку держать не придется. Ничего говорят, вверху кафе грабанули. Да ладно, кассу или посетители тоже? Да не, сумку с выручкой у хозяина увели, парень с девкой на моцках какие-то. Ну, хозяин тоже красава, Налик от многих ныкает, вот и получил. Народ, не видели девчонку в белом шлеме на квадрике, не приезжала сюда? Ну, тут много кто катается, может и приезжала. Девушка пропала? Да и девушка, и друг, все пропали. Ладно, поднимусь еще раз наверх, может случилось что. Слушай, погоди, они наверху что ли были? Ну, мы в карьере гонялись с Юркой, а Настя низом сюда поехала. Короче, я Юрку обогнал, жду-жду и ничего, и трубки не берут. Слушай, ты успокойся, я сейчас своему товарищу позвоню, он как раз наверх поехал. Может быть, видел там их. Алло. Да я понял, понял, Семечкин. Девушка в белом шлеме, парень в черном. У нее квадроцикл был. Ну хорошо, если здесь не увижу, вниз прокачусь. Семечкин, ты здесь еще? Вижу двоих на квадрике, едут вниз, в сторону ЛЭП. Белый и черный шлем. Ну, может, и не те. Нет, на мотоцикле никого нет. Все, давай. Я сейчас Кешке позвоню. Только телефон у меня там остался, на квадрике. Я быстро! Да смысл ему звонить? Он же меня нарочно подрезал, хотел, чтобы я свалился! Не надо, Насть! Да, быть не может. Неважно, я спасателям позвоню. Ты, главное, не шевелись, Юр, хорошо? Хорошо.
Сергей Саидович, не хочу я вас пугать, но еще немного, и пришлось бы вас поместить в наркологическую клинику. Юля, здравствуйте. А у меня звонок, что ли, не работает? Привет. Проходите. Что там опять кольца ржавые? Ой, если бы ржавые, мы бы сами тогда картошкой. Нет, кольцо одно. А где оно у него? Да вон, вон. На голове. И это проблема. Голову-то ему не отрежешь. Добрый день. А вы что, на полу встать не можете? Встать-то он может и встанет. Только вот далеко не уйдет. Тихон, узник холодильника. Как же так вышло? Просто и красиво. Этот ник на голове у него не простой, а магнитный. Не смог пройти спокойно мимо холодильника. Мамочки, и не снимается? Мне кажется, можно его сдвинуть чуть выше на лоб. Да! У него затылку больно. Обезболивающее колоть не дает. А почему? Снижение чувствительности противоречит духу эксперимента. Необходимо фиксировать все ощущения максимально точно. Ну ты, Тихон, зафиксировал, что у тебя край обруча в кожу впивается. Четвертый час эксперимента. Кожный покров задней части головы травмирован верхним краем магнитного ринга. Если бы не примагнитился, можно было бы там на затылке обруч повыше подвинуть. Можно попробовать распилить? Нельзя. А почему? Да магнит неодимовый. Часа три будем пилить, он только крошится. А нельзя холодильник от меня отпилить? Зря ты, Тихон. Он тебе так идет. Можно как-то размагнитить, наверное. Ну что, не догнал? Давай обратно! Слушай, а что ты едешь за мной? Я тебя звал! Да потому что я спасатель! А ты шею себя сломаешь, то ты будешь лежать, пока какой-нибудь балбес не поедет на этих краях. А он, может, только на лыжах поедет. Вот, видишь след? Где? Да вот колеса, это квадрик, это они. Настя, как ты там? Нормально. Не осыпайся больше. Жужжит. Что жужжит? Что-то жужжит! Почему нельзя? Склон крошится, она упадет! Кто она? Настя, она там! Вы нам поможете? Нет, я так поржать приехал. Конечно, помогу. Потерпи чуть-чуть. Да-да, хорошо, нога затекла. Понимаю. Кому сейчас легко? Может быть, сначала девушку спасете? Ты не учи меня только там.
Да, Семечкин, нашел я их. Парень и девушка висят на очень опасном склоне. Стой! Все, стой, разворачивай. Нашли твоих. Это точно они? Настя и Юрка? Да не знаю, как их зовут. А если не они? Я лучше еще проеду по следам, догоню их. Ты зачем? Я должен знать, почему. Почему она так со мной? Вот балбес. Тихо, ну-ка тихо. Ты ж не собака, ты магнитик на холодильник. Ну, простите, это неконтролируемая реакция на головную боль. Так может все-таки укольчик? Нет. А зачем же вы скорую вызывали? Для лечения головной боли, а не для снятия чувствительности. Благодаря инъекции. Твою голову, Тихон, даже молотком не вылечишь. Нашла. Это что? От сильного удара магнит теряет свои свойства. Я в интернете прочитала. Давайте мы это средство на крайний случай прибережем. На какой? В интернете пишут, что можно еще нагреть до точки Кюри. И как же мы будем его греть? В духовке можно. Хорошо, что обруч не железный. А то у железа точка Кюри 770 градусов. Не справится духовка. А у неодима? Да ерунда. У неодима всего 310. Включай. Так она же до 310 не разогреется. Ну, так а мы два раза по 155. Да ну вас. А это у вас что? Поднос бабушкин. Серебряный. Ценная вещь. Спокойно, спокойно. Я уже здесь. Я почти спустился к вам. Юр! Юр, ты что, спишь там? Спит, спит. А ты не буди его. Ты вообще на него не смотри, ты на меня лучше смотри, а? Видишь, какой красивый? Вот и в шлеме. Так, сейчас стой смирно, не шевелись, поняла? Все, красотка. Увидимся наверху. Зачем ты так делаешь-то? Ой. Давай, ну. Давай, молодец. Цела? Надо твоим мужиком заниматься. А это только серебром делать можно? Не, ну если он вампир, можно еще и осиновым колом. Можно еще золотом. Тоже диамагнитный материал, как и осина. Если бы он еще плоским был, так его нагреть можно. Меня? Под нос. Нагреем и разогнем. М? Викуся, уймись. Я тебе подарю набор «Юный алхимик». Будешь плавить драгметаллы в свое удовольствие. Что вы маетесь? Возьмите совок. Диамагнетик не хуже серебра. Вы смотрите, получается. Тихон, скажите, вы почему скорую вызывали? Можно же было сразу МЧС. Так у меня голова заболела. А в остальном все было нормально, да? Помогите ему встать, пожалуйста. Садитесь. Черт. Что там? Теперь понятно, почему он отрубается. Почему? Я не отрубаюсь.
Ну, молодец, что не отрубаешься. Раз ты такой стойкий, то вот, лови петельку. Сможешь? Лови. Надень ее на себя через голову и до груди спусти. Можешь? Молодец. Че ж ты сюда на моцке поперся? Тебе жить надоело? Это не я, это Кеша. Он позвал. А потом подрезал меня специально. Чтобы что? Чтобы Наську отбить. Страшная штука, ревность. Получается, и меня могли так сегодня. Так, стойкий солдатик, потерпи чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Ну чего, поехали. От боли только вот это. Оно послабее. И не более 2 таблеток в сутки. Станет хуже — сразу ко мне. А в папке у Сергея вы искали... Препарат, конечно. Мне надо было подобрать правильное вещество для дезинтоксикации. А похищать человека для этого обязательно? Человек в таком состоянии мыслит нетрезво. Сергей сам бы со мной не поехал. Да, мог бы и навалять. Я последние 2 дня просто зло как черт. Да, на первых этапах чувствуется подъем, потом раздражительность, далее агрессия и так до галлюцинаций. Валь, ну ты уж так не пугай. Товарищ подполковник так больше не будет. Да, я больше не буду. Спасибо вам, ребята. Ну, ладно, поехали быстрее на базу, там Зоя очень уж переживает. Вы еще и Зоя. Зоя, все в порядке. Юля сейчас его привезет. Слава богу. О, все. Все, спокойно, спокойно. Все же обошлось правильно. Давай, успокойся, а то родишь меня сейчас здесь. Хотя мне не привыкать. А что случилось-то? Где он был? Так, ты давай, машину мой до блеска, опоздун. А его что, задержали? Ну, можно и так сказать. Я пошутил. Все в порядке. Ну ты не шути, давай нормально рассказывай. Все расскажу, давай чаек готовь, сейчас приедет. Давай. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Ну, не знаешь и не благодари. Нет, ну я серьезно. Ты же просто могла мне отдать Меглюмин. А не сидеть все это время с нами. Ну, может быть, я тебе не доверяю, как врачу. Может. А может, ты просто хотела побыть со мной подольше? Извини. Почему? Лучше не надо. Валь. Не надо нас встречаться. Валя. Валя, стой! Валь, подожди. Ну ты же сама, я знаю, ты хочешь остаться. Что мешает? Ты не замужем. Не замужем, но не одна. Любишь его? Я его ценю. Он многое для меня сделал. Боишься, значит? Нет, он ничего плохого мне не сделает. Наверное. Я просто не хочу его обидеть. Боишься, точно. Давай уедем. Серьезно. Я тебя увезу далеко. Я сумею тебя защитить. Лен, все, хватит. Терпи. Спокойно. Тихо. Ну что, будем резать? Ногу. Да нет, не ногу. Штанину. Вы совсем ее разрежете? Да, чтобы не мешало. Ну же не надо. Как это не надо? Надо? Или у тебя это единственные штаны? Ну как Наська меня с разрезанной штаниной увидит с одной? Я не хочу тебя пугать, но если у тебя с Настей все сложится, то она тебя и без обеих штанин увидит. Я все слышала. Юр, не дури. Я не буду смотреть на тебя. Вот и пускай не смотрит. Еще без обеих штанин не видела. Так, нужно шину наложить. Дай вот ту палку.
удлиняли. Это понятно. И логично. А зачем на голову магнит? А? Для увеличения мозга. Если магнитом его тянуть в разные стороны... Куда ж тебе его еще увеличивать, родной? Между прочим, ноги стали длиннее всего за 2 недели. Правда? А насколько длиннее? На 0,5 миллиметра. Работают мои методы. А мозг у вас точно железный? Не точно! А то есть риск, что магнит его не притянул бы. Спасибо вам. Ну что, Тихон, вставай, пошли. Куда? Томографию делать куда? Ты мне скажи, у тебя еще много этих рабочих методов? Черт. Бинта не хватит. Надо жгут накладывать. Ну надо же, чего у вас только нету. Все есть. А зачем? Затем. Потому что я спокойно спасатель. И знаю, что в любой момент тихо-тихо-тихо может произойти любая фигня. Ой, мамочки, он не умер? Нет, не умер. Отрубился от потери крови и боли. Ну ничего, пока боль чувствует, станет живой. Настя, стой! Слышишь, Настя? Подожди! На минутку остановитесь, я правду хочу знать! Остановись! Почему он? Слушай, у них сумка! Слышишь? Они деньги украли! Настя, ты украла деньги? Подожди! Дежурный слушает. Где есть грабители, которые ограбили кафе? Я их преследую, точку сейчас брошу. Принято. Нет, я его даже зауважала. Человек не хочет останавливаться в развитии и пытается улучшить себя в разных местах. Господи, а если бы он с магнитом 2 недели ходил, начались бы в мозгу необратимые процессы. Судя по рассказу Сони, они уже начались. Зоя, деточка, я вернулся. Чайку заварю. Ну все, ну давай, убей меня, ну, если хочешь. Так рада тебя видеть, что я даже тебя не убью. Ну как там наш хулиган? Ну что, ты одежурила? Домой поедешь? Нет, я Игоря подожду. Поговорить нужно. Так он же только в ночь заходит. Че тут сидеть? Поехали куда-нибудь в кино. Не стоит. Что случилось? Завяли розы, да? Талисманчик тут ты тоже больше не хранишь. Сонь, а расскажи мне, что это был за пожар, из которого Касацкий тебя вытащил тогда? В клубе Горгона. Так. А ты знала, что там человек погиб? Да, конечно. Так, не фило, немного перекидываем. Значит так, сейчас бежишь к своим мотоциклам, я подъеду. Понятно? Тебе что надо? А ты? А Настя? Я тебе башку проломлю и под елкой зарою. Хватит уже, поехали, блин! Я знаю, это вы бабки сперли. У нас ментам даст, сейчас вырублю и придавлю. Эй!
Квадрик у Насти спёрла. Руки наверх! Наверх! Отошли от машины! Отец, ну вы его знаете, он такой... Он бегал вокруг этого горящего клуба и орал, чтобы его дочь спасли вот прямо сейчас. Может, потому меня и вынесли вовремя, а ту девушку не успели. Но, насколько мне известно, вы не спасателей тогда не нашли? Да, но искали. Следователь приходил ко мне в больницу, все расспрашивал. О чем? Ну, как меня выносили, как помощь оказывали, чем Нефедов меня колол. Даже про уколы? Вот это интересно. Да, а потом Волошин отстал. Я даже думала, папа ему взятку дал. Он может. Подожди, ты сейчас сказала Волошин? Дело о пожаре вел тот же самый Волошин? Ну да. Ясно. Ты как, ничего? Нормально. Настя цела, да? Прикинь, я тебя с воровкой перепутал. Блин, Юрец, ты ногу сломал. Жесть. Спасибо, Кешка. Да что ты злишься? Ну, я не видел, как ты упал. А нарочно меня подрезал? Да неправда! Настя, ты тоже думаешь, что я мог Юрца? Я, конечно, люблю Настю, но... Ребят, я вас тоже очень люблю. Ну, по-дружески только. По правде сказать, я скоро замуж выхожу. Ну что, нормально у вас тут все? Это ты чего? За него, что ли? Что? Да нет, это спасатель наш. Он нас вытащил. Так за кого ты замуж-то выходишь, а, Настя? Так, понятно. Мыльная опера не закончилась. Удачи вам, ребятки. Да нет, закончилась. Спасибо. Это мой лучший друг. Можно с ним в больницу? Ну, залезай. Ребята, я. А ты, Настя, к жениху. Вить. А? Спасибо, что в обрыв меня не сбросил. Да, упустил свой шанс. Ну ничего, надеюсь, еще представится. Сама виновата. Не заметила сразу витаминки твои. А могла бы обратить внимание. Ну-ну, Зоя, ты себя не кори за мою глупость. Просто я не привык быть больным и слабым. Сережа, даже когда ты больной, ты для меня самый сильный. Сколько раз ты меня спасал? Зоя, а что, если я соглашусь на предложение Ежа? Ну, Ежова. То что? Ты примешь мое предложение? Я прошу руки. Не надо. Да я уже приняла твое предложение. Ну только давай после родов. Я не хочу идти в ЗАГС с таким животом. Лучше уж с кенгурушкой. Ты наденешь самое прекрасное платье в мире. А я самую веселую кенгурушку. Пойдем. Юля сказала, что ты меня ждешь. Давай, жги. Как ты не смогла меня перевоспитать? Как ты умываешь руки? Я не хотела тебя воспитывать. Я пыталась помочь, но тебе помощь не нужна. А
А без помощи мы никак не можем? Ну вот, просто так, рядом быть вместе. Незачем. Знаешь, я поняла, что не люблю тебя. Совсем. Ну надо же. Как и ты меня, правда? Я не знаю насчет любви, Соня. Но мне с тобой было хорошо. И без меня будет. В больницу заехала ненадолго. Говорю тебе, ненадолго. Карту Липкина хочу глянуть, что я там такое кололи. Ну, я скоро буду. Не переживай, хорошо? Давай, целую. Пашка! Пашка, куда гонишь? Встань за спину к Дане! До финиша 20 еще, сейчас тягун пойдет! Встань смену! Через 5 поменяетесь! Давай, давай! Папка зря не посоветует! Так, глядишь на моей спине до финиша и допилишь! Боишься, я медальку отберу? Да бери, не жалко! Только тебе самому-то не стрёмно, что тебя за мой счет чемпионы тащат! Эй! Вы, медведи на велосипеде, что там за разговорчики, а? Перейдем к приседаниям. Зачем вам это нужно? Я не понимаю.
И? Раз. Да пожалуйста. Боль по десятибалльной шкале. Где-то на четверочку. Так. И? Два. Хорошо, на семь. Бегали? Разве это бег? Это позорище какое-то. Ортопедические стельки носите? Да, конечно. Ботинки снимаете? Ах, да, я как раз сегодня забыл их надеть. Да все, все, я обещаю, буду носить. Сергей Саидович, у меня тут не ясельная группа. Я не буду следить за тем, как вы хорошо кашу кушаете. Хотите бегать? Вперед! Тяжести таскать? На здоровье! Наркоманом желаете стать? Да пожалуйста! Но при таком образе жизни вам недолго осталось ходить. Пугаете? Валь, ну, короче, все. Туши свет, Федынин пропал, вот отчет о вскрытии у меня завис. Куда пропал? Что это значит? Откуда я знаю? Я вообще ничего не поняла. Он написал, что ему нужно срочно уехать, что он будет у брата в Кабардинке, но просил никому не говорить. И телефон еще выключил. В общем, я отчета жду от него 2 дня. Ну, подожди еще полчаса, найдем кого-нибудь, будет тебе вскрытие. У меня пациент, не видишь? Нет, нет, мне вскрытие делать не надо. Ксения, это счастье, которое вы не цените. Сергей Светович, я все понимаю. Вы привыкли людей спасать, а себя не жалеть. Но теперь уже вас нужно спасать. Переключайтесь на эту задачу. Так вы только вдвоем сегодня дежурите? Из нашего отряда только я и Кружко. А вы, по-моему, не Кружко. Зачем пришли, если не дежурите сегодня? Просто так. Пообщаться с коллективом. Соскучились, понятно. Давно пришли? Я? 40 минут назад. А остальные уже здесь были? Ну, Игорь был. Соня пришла сразу после меня. Фомин только что ушел, у него ночное дежурство было. А командир и доктор ваш? Пока не появлялись. А что случилось? В чем дело? Вы алиби наши проверяете? Да нет, не волнуйтесь. Впрочем, у вас такой бедовый отряд, что вам каждому не помешает алиби. Ну, пойду с остальными пообщаюсь. Да, забыл спросить. Алабен, вы помните пожар в клубе Горгона чуть больше года назад? Помню. Вы тогда всех допрашивали. Но я на том пожаре не был. Это я в курсе. А где вы были в тот момент? Не помню. Совсем? Я не помню, как проводил выходной год назад. Ну нет, так нет. Спасибо. Пашка! Пашка, сынок! Ты живой? Потерпи. Потерпи, я сейчас. Алло, МЧС! 3247, принимайте вызов. Группа велосипедистов попала на трассе под камнепад. Много пострадавших. Дорога перекрыта, высылаю точку. Войдите. Шучу, товарищ генерал. Сергей Саидович, наконец-то. Проходите, садитесь. В ногах, правда, нет. А вы знаете, я вообще не сомневался, что вы примете правильное решение. Правда, вчера вас все искали чуть ли не с собаками. Вот, переполошили всех. А я был уверен, что Гиреев обязательно вернется, придет. Произошло недоразумение, товарищ генерал. Захотелось побыть одному, подумать. Вот меня и потеряли. Ну, это, конечно, как-то безответственно с вашей стороны. Но в свой выходной можно и потеряться. Ну, когда вы готовы приступать к новой должности? Готов приступить немедленно. Не все еще проводки проверены в городе Сочи. Опять же, пожарные щиты, огнетушители. Ну, каждый огнетушитель вам лично проверять не по чину. Но есть один клуб. То есть клуб мне по чину. Вот стану полковником, может, театры начнут доверять. А давайте без шуток, Сергей Саидович. Виноват. Дело, в общем-то, не в клубе.
Просто через 2 дня там состоится концерт. Приедет из Москвы Лиана Мануйлова. Ничего ж себе. А кто это? Дикий вы, Сергей Саидович. В общем, там соберется целая толпа. Будет элита всего города. Нужно, чтобы комар носа не подточил. Не переживайте, не подточит. Вот выписка из приказа о вашем назначении. Да, и возьмите кого-нибудь из молодых с собой. Пусть учатся ребята. Есть. Пошлите идти. Идите. Привет. Простите, опоздал. Все тихо пока? Лень, вот не был бы ты новичком, я бы тебя сейчас втащил. Никогда не задавай этот вопрос. Понял. Чтоб не сглазить. Больше не задам. А ты чего такой привитый, Лень? Я ж тебя не бил еще. А вы почему? Да вот следователь приезжал. Тобой, кстати, тоже интересовался. А мной ты чего? Ребятки, вызов у нас! На серпантине сошел оползень, велосипедистов камнями завалило. Выезжаем полным составом. Полным составом, Ашот! Накаркал. Снарягу обвязки берем по полной программе, по максимуму. Мася! Мася, ты когда на самокате в последний раз-то? Ну, давно и что? Зато в детстве знаешь, как я рассекала? Да, ты даже на велике и не катаешься. Да потому что там педали нужно крутить. А у меня сустав, ты же знаешь. А на самокате встал и катись, и волосы по ветру. Так, подожди. Держи. Может, не надо? Веня, ты хочешь испортить мне отдых? Что ты, не дай бог. Вот именно. И ничего сложного. Не разгоняйся, Масечка! Умоляю, не разгоняйся! Так. Липкина? Которая на пожаре погибла. Под нее копаешь? Ага. Взяла в универе, личное дело, видишь? Не. Оценки проверь. Согласен, не смешная ошибка. Я тебя прошу, Леньку с карандаша сними моего. Ну, правда, он хороший парень, не убийца. Уже нет. Кто на новенького? Ладно. Фомина брала в разработку? Да подожди, твой Фомин. Вряд ли у него что-то могло быть с этой Ириной. В отличие от Волошина. У Волошина? Серьезно? Он следак? Запросто. Ирина проходила у него в отделении практику от универа. Ты знал? Нет, ты что? Посмотри. Так, ну, допустим, они знакомы. И ты же вчера сама его с Валентиной запалила. А это Валентина была лечащим врачом Ирины после пожара. Это ты знал? Нет, и что? То, что, возможно, он сошелся с ней. Именно потому, что она пыталась вылечить его любимую женщину, он пытался доказать вину спасателей, не смог этого сделать и пошел их убивать. Ну... Да... Да не мог он Дронова убить. Его просто на аварии не было. Он запросто мог там быть. Подойти к вашей аварии с другой стороны, оставить там канистру и смыться. Никто его даже бы не заметил. И, кстати, на поминках он был и мог кинуть провод под Нефёдова. Ну, не знаю. Алло. Да, старик? Что, на базе вообще никого нет? Ладно, сейчас приеду. Что? Серьезно? Друг твой на базе сегодня был утром. Спрашивал, кто где? В смысле, какой еще друг? Волошин, что ли? Да. Что? Юль, ты чего? Да что за кипиш? Пашка, сынок, ты как? Как? Ты потерпи. Паш, я сейчас. Паша, я сейчас. Эй, Сашка! Сашка, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Быстрее! Нормально? Что делать? Что делать? Давай! Помогай! Помогай! Тяни!
тяни на себя. Ну, нет, нет. Ты что? Нет. Что? Нельзя поднимать, пока лежит. Дерните, дай ему упадет. Что? Сначала его, потом меня. Как же? Так у тебя же ноги передавило, а? Ну, кровь не поступает. Ты еще инвалидом станешь. О спорте забудешь. Папа, ну и ладно, задолбаться со своим спортом. Даня упадет. Яков Егорыч. Стоп. Там Ваньке совсем плохо. Я что сделаю? Пап, сейчас МЧС приедет. Пап, ты тренер у всех. Иди им помоги. Пап, что? Сейчас, дай. Иди. Прохоров, занимайся пострадавшими. А что? Разруливай с транспортом. Сюда. Сюда. Скорее. Сюда. Там сын. Ноги придавило. А вон дерево. Дерево снять не дает. О, сейчас будем думать, как его вытащить. Игорь, этот фронт работ на тебе. Есть. Семечки, ко мне, быстро. Черт. Давай, давай. Так, ну что тут? Доктор, ему ноги передавило. Но сколько у нас времени, чтобы ему ноги спасти? Может, полчаса, а может быть меньше. Я ведь не вижу, что у него там под деревом. Ну что делать? Так, успокоиться. Держите. Сейчас мы ему сделаем обезбол, будет полегче. Спасибо, спасибо. Это мой сын. Даня, спасите. Спасем, Пашка. Потерпи. Так, первым делом его надо зафиксировать. Давай. Ну как? Я же не достану. Семечкин, возьми этот трос и закрепи это дерево. Потом в страховке доползи до парня и постарайся надеть на него страховку. Ну так нельзя. Ты мне запрещать будешь. Ну, во-первых, пока мы будем фиксировать дерево, а потом ползти по нему, это дерево еще сильнее придавит ему ноги. А во-вторых, при малейшей тряске... Лямка рюкзака соскользнет или вообще порвется. Вот. Мы, в конце концов, с тобой людей спасаем, а не деревья. Ребята, да делайте хоть что-нибудь! Товарищ тренер, пожалуйста, занимайтесь подопечными, нас не тренируйте. Это что такое? Очнулся. Вы где все? Только тихо, спокойно, не шевелись. Просто не шевелись, и мы тебя вытащим. Мне больно. Я понимаю, что больно, но постарайся не шевелиться, ладно? Дань, держись, потерпи, они тебе помогут. Моему другу тоже больно, ему твоим деревом сейчас ноги придавил. Другу? Пашка, ты там, что ли? Я, да. Я здесь, не бойся. Это что же? Как же соревнование теперь? Вань, ты на ногу больной или на голову? Вопрос, конечно, грубый, но логичный. Эти соревнования ты пропустишь. Так что давай начинай готовиться к следующему. Но только морально, понял? Венечка! Ты меня на видео снял? Галки отправлю! Да снял, снял! Ну, давай, закругляйся! А я и закругляюсь! Мася! Давай, тормози! Я торможу, зануда такой! Сейчас, подожди! Что-то я не наблюдаю торможение! Вень! Что? Вень! Оно не тормозит! Не волнуйся, цыпленочек, аккуратненько, пожалуйста, нажимай еще раз и дальше клавиш. Попятились они! И дальше! Интересно. Это что так напряглась? Мне казалось, вы с этим Волошиным заодно. Так и мне так казалось. Но теперь я понимаю, что он за что-то совершенно другое. Интересовался, значит, кто когда пришел и кого нет? Ну, он сначала ребят во дворе опросил, а потом ко мне поднялся. Что, прошелся по всей базе? И на кухню заходил? Ну, я тут все время был. Не видел, куда он заходил. А вот очень жаль. Че ты думаешь, он жучков везде понаставил? Вариант, кстати, не самый худший.
Данила, я врач. Не-не-не, не оборачивайся. Не надо, на меня не смотри, тут ничего интересного. Ты просто скажи, где тебе больно? Плечо. Плечо? Левое плечо. Ага, сустав выбил, это мы вправим. Игорь, Витя до него не дотянется, он далеко висит от края. Так я маятник качну, зафиксируюсь и дотянусь. Да нет, ты его столкнешь, кружко права. Так я сразу схвачусь. Ну, а если не удержишь? А давай вместе. Это как? Витя упрется ногами в дерево и подтолкнет меня, а я надену страховку осторожненько. А ты сможешь нас двоих подстраховать? А зачем? У меня вон доктор есть, он мне поможет. Конечно. Молодец, Кружко, схема рабочая. Доктор! Да. Там Леха отрубился. Где? Я к нему подходил, он разговаривал. Ничего вроде бы, а тут смотрю, по нулям. Доктор, у меня тут еще один, весь ободранный. Возьми перекись в сумке, я обработаю его, потом перевяжу. Сумку бери. А с Лехой еще? Сердце? Ко мне испугался, что ли? Ты все равно в сумке у меня роешься. Там, в боковом кармане, адреналин, набери шприц. Чай будешь? Нет. И ты не будешь? Уже отпил? Нет. В смысле, я одну ложку сахара положил. Это надо выкинуть. Чего? А печенье ел? Нет, не ел. Шоколадку в сумке возьми. Юль, человеку нужны углеводы. Ну вот пополнишь запас углеводов. Молочные? Угу. А, ты думаешь, что следак весь отряд хочет истребить, да? Если ему без надобности, если он мстит за Ирину Липкину, то в ее смерти он мог бы винить только трех человек. Дронова, Нефедова и Касацкого. Дронов погиб. Нефедов инвалид. Остается Игорь. Да. И вот только после его смерти его миссия будет завершена. Насколько народу еще погибнет, его, видимо, мало волнует. Саш, надо бы в парк съездить. Там самокат взбесился. Принято. Юль. С бесившимся самокатом справишься? Ну а ты что, нет? Я не закончил за счет. Я эту бомбу сам найду. А ты давай сгоняй в парк. Ну правда, прогуляйся, подыши свежим воздухом. Может быть, купи себе сахарную вату. Возьми свои ролики, покатайся. Может быть, тебя паранойя отпустит. Я бы с тобой съездил, но мне нельзя. Базу не с кем оставить. Давай, давай. Самокат ждет. Продукты выкинь. Есть! А вот это реально не очень хорошо. Ашот, смотри. Да, опасный камень. Очень опасный. Или я зря паникую? Паникуешь ты, конечно, зря. А вот закрепить этот валун надо обязательно. Давай тащи веревку, я наверх. Тебе как, полегче? Ага. Да, не так больно уже вроде. Угу. Держись. Страховка готова. Медленно, как гусеница, идете к дереву и стараетесь его не задевать.
Готова, Сань? Ага, пошли. Привет, мужики. Давайте вот этого забирайте, у него серьезных травм нету. Скорее всего, сердечной недостаточно. Я только что адреналин колол. А вы что, больше никого нет, что ли? Приедут, мы ближе всех были. Подожди, подожди, сердечной недостаточно. Это вообще как? Это так ваши ребята диспансеризацию проходят. Вот так. Ну, выздоровеет, я его прибью. Он же мог посреди соревнований дуба дать. Мог, мог. Так, возьми перевязанную, отведи скорую. Ага. Отойдите все назад! Осторожно, самокат без тормозов! Отходите, задавит всех! Веня! Венечка! Масенька, что, моя хорошая? А можно я сверну в аллейку? У меня головка закружилась! Ни в коем случае, моя хорошая, не надо! Куда эта аллейка тебя завезет? В дерево или в столб? Веня, я больше не могу! Потерпи, мой цыпленочек! Еще немножечко потерпи! Спокойно, я из МЧС. Вася! Аня! Здравствуйте! Аня, не пришли! Приехала! Ашот, держи! Долго она так не продержится. Раз то здорово, с корнями вырвала. Да вижу я. Все понимаю. Фиксируй покрепче. Будем надеяться, что выдержит. Игорь, Игорь Касацкий. Игорь Касацкий, прием. Николай, слушаю. Ты видишь нас? Вижу. Слушай меня. Мне нужно, чтобы вот от машин и до нас никого не было. Ни одного человека, все чисто. Понял? И все машины подальше отгоняй. Понял, постараемся. Выполняй. Работаем. А почему только там расчистить? Эта дура может покатиться куда угодно. Только если эта дура сама покатится. С дуру. Мужики! Давайте всех по машинам и по возможности назад! Вы очень хорошо дышите, кстати, молодец. Все бы так дышали. Я уже устала дышать. Спокойно, спокойно. Зато как красиво едем. Смотрите, хоть в цирке выступай. Как медведи. Спокойно, спокойно. Не делаем резких движений. Смотрите, сейчас я буду вас страховать, контролировать и направлять. И мы приедем куда надо, хорошо? Ну, поехали. Раз. Отпускаем. Отпускаем. Масенька! Что, что-то болит? Ну, как твой сустав? Не выбило? Хорошо. О. О, Веня, вот это отпуск. Игорь, хорошо. Соня, ты мной руководи, а то я ничего не вижу, ладно? Да, держись левее. Чуть-чуть. Угу. Чуть-чуть, чуть-чуть. Стоп, так удобнее будет косынку надеть. Ребят, вы меня точно не уроните? Ты, главное, сам себя не урони и головой не верти. Еще чуть-чуть. И придвинь меня осторожно. Есть. Сейчас чуть-чуть еще. Давай. Семечкин, делаешь все медленно, аккуратно. Ноги разгибаешь так, чтобы я слышал, как твои коленочки хрустят. Я начинаю работать. Держись так. Принято, держусь. Давно работаешь? На... Михаил. Михаил. Полгода уже почти. Но в таком крутом клубе еще не бывал. Вот только благодаря вам попаду.
Ну, хоть кому-то повезло. Да просто внутри побывать. Понятно, что на концерт не пустят. Послушай, сынок. Лейтенант. Тем более, мы приехали сюда работать. Если я увижу, что ты выцыганиваешь билеты... Да вы что, товарищ подполковник, я нет, я ж так просто. Да и кто мне предложит? Вам-то да, а мне... Хотел бы я посмотреть на того храбреца, который мне что-то предложит. А ты по телеку посмотришь свою Меняйлову. Мануйлову. Тем более... Сейчас. Так, мы всех отогнали. Вы чего собираетесь? Не фигешься. Без паники, все под контролем. Точно? Стопудово. Я черт его знает. Принес. Ну как? Да как, плохо дело. Ползет дура. За собой тянет. В любой момент ухнет и оползать будет. Кирдык. Принес? Да. А, отлично. Надеюсь, хватит. Огнетушители. Пойдемте. Вот, пожалуйста. Меняли недавно. Это хорошо. Аварийные выходы проверил. Проверьте огнетушители. Да, стрелка в зеленой зоне. Ну вот видите, все у нас в порядке. Да, вижу, у вас все в порядке. Прям хочется грамоту выписать. Давайте посмотрим на склад. Пожалуйста. Вы понимаете, заведения такого уровня просто обязаны быть в идеальном состоянии. К нам ходит элита. О, конечно. Прошу. Все, закрепила. Ну, больше нечего волноваться. Никуда не улетишь. Вить, не устал? Не, все нормально. Я тут как на шезлонге, только коктейля не хватает. Молотова, Семечкин, коктейль тебе. Хорош морковать там, работу делайте. Я сейчас тебе лямку отрежу, и ты повиснешь. Точно? Да точно, я на такой же страховке вешу и не падаю. Ладно. Пашка, дружище, ты меня прости, ладно? А то я тебе наговорил фигни всякой. Да не парься, нормально все сказал. Ты реальный чемпион, лучший. Давай, Сонь! Ну, подтягивай. Молодец, Соня! Ну, как вы видите, на складе у нас тоже все в порядке. А это что? Фейерверк. Понимаете, Мануйлова требует, чтобы у нее на сцене был холодный дождь. Это абсолютно безопасно. Я в курсе, что такое фейерверк. Где на него сертификаты? Где-то должны быть. Эту дрянь я знаю. Контрафакт на Китай за 3 копейки. Уже были самовозгорания. Да мы 1000 раз такое покупали. Я бы на вашем месте этим не хвастался. Где на него сертификаты? Войдите в наше положение. Это требование артистки, у нее в райдере прописано. У Меняйловой. Мануйловой. Тем более. Прям так и написано. Меняйловой нужен контрафактный Китай. Ребята, если вы не сэкономите на безопасности, я петь отказываюсь. Так? Ну, не совсем так. Ну, в общем, вот это все надо утилизировать. Пашка, больно! Тренер, уйдите отсюда, не мешайте. Нормально, Пав, не дергайся. Принял! Молодцы, вылезайте! Отлично.
Да поднимите это проклятое дерево уже! Да сейчас мы поднимем, уйдите! Пашка, ты как? Да никак, обкололи, не чувствую ничего. Плакало мое олимпийское золото. Ты давай на полпути с трассы не сливайся. Правильно, правильно, за золото еще поборемся. Поборемся, конечно, поборемся. Все, 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 потом поговорите, давайте, забирай его. Не устал? Нормально. Сейчас снимут уже. Так, дерево убрать надо. Данил, я плечо тебе вправлю. Давай, давай, давай. Страхуй. Ага. Готово? Но, да. Подожди. Тихо, не трогай. Так. Нормально. Да аккуратнее. Так, Леня, сейчас мы будем поднимать это бревно. Когда я скажу можно, вытаскиваешь его. Готов? Готов. Поехали. Можно? Давай, давай, давай. Все. Пашка. Паш, Паш. Ну как ноги? Покалывает. Обошлось, значит. Освободите хоть какую часть дороги. У вас что там, горит, что ли? Пока не горит, но может разгореться. Ты знаешь, почему я такой злой? Потому что у меня там раненый велосипедист или зад. А ты еще раз будешь орать на меня. Я твою кричалку заглушу, понял? Да понял. У меня Вовка. Вовка Авраменко пропал, он замыкающим шел. Нигде не могу найти. А вы что, сразу посчитать не могли? Пойдем. Подожди, это не он? Вовка. Его, скорее всего, засыпало. Тихо. Это точно он. Ну, помогай, давай аккуратно. Ребята, кто могут? Давайте сюда. Аккуратно. Так, только очень аккуратно. Надеюсь, вы игру Дженгу играли? Что ж ты раньше молчал? Уснул, что ли? Так, мужики, а вот не время камни раскидывать. Давайте аккуратненько сторонки складывайте. Скорая должна подъехать. Давай, ребят, куда? Сейчас, сейчас, секунду. Потерпи, чуть-чуть, сейчас. О, вот, тем более с тобой уже приехали. Так что готовься сейчас. Командир! Командир, давай запускай его, пусть подъезжает ближе. Че ты стоишь? Подъезжай ближе, поможешь загрузить. Так я не сюда, у меня другой маршрут. В смысле другой маршрут? Я вообще-то смену еду сдавать. Ты че мямлишь, где старший? А ты кто? Мужик, слушай, давай договоримся, я на самолет опаздываю. Договоримся? Давай. Понял? Свободен. Вот, отлично. Аккуратненький у нас шурфик. Ашот, давай камнями выложим, чтобы труба получилась. А может, мы зря это? Можно было просто всех разогнать внизу и подождать, пока упадет. А если он не сейчас упадет, а завтра, когда здесь люди поедут? Вот, отлично. И еще нужен какой-нибудь плоский покрупнее. Совет? Да. Будем заслонку делать. Заслоночка. Сюда. Ух, поторапливаться надо. А то сорвется, Прохору прям в лоб прилетит. Заслоночка. А точно все сработает? А что тут может не сработать? Все проще простого.
Элементарный направленный взрыв. Я не знаю, я просто никогда ничего не взрывал. Закладываем аккуратненько. Отлично. Хорошо. Отлично. Ребят, всем внимание. Сейчас будет небольшой и очень аккуратный взрыв. Приняли. Не взрывал, говоришь? А надо когда-то начинать. Поджигай. С удовольствием. Срослись. Давайте, вылезайте. Может, сначала расцепимся? Может, лучше наверху? А может, вообще завтра, Семечки? Я все. Сейчас. Заела. Достану. Не надо! Спускай меня, я сам! Носилки сюда, быстро! Ой, что случилось? Соня сорвалась! Там! Где? Ё-моё! Хорошо, понял. Ты что здесь стоишь? Я тебе сказал, ты уволен. Пошел вон. Послушайте, он уволен. Ну, бывает так. Попался один сотрудник-идиот. Я не знаю других ваших сотрудников. А еще я не знаю, что вашим сотрудникам взбредет в голову. Да ничего подобного раньше никогда и больше никогда. А гарантии? Кто мне даст гарантии, что на концерте, где будут люди, не произойдет ЧП? Я дам гарантии. Что-то вы не особо похожи на гаранта. Итак, я приостанавливаю работу клуба до тех пор, пока все ваши сотрудники не сдадут зачет по технике безопасности. Подписывайте. О людях подумайте. Народ ждет концерта Мануйловой не первый месяц. Народ? Это элита, что ли? Михаил, подпишешь. А я пойду посижу в машине. Товарищ лейтенант, может быть, мы как-то уладим. Сотрудники пройдут инструктаж, и мы все проверим на пожаробезопасности. Но после концерта Мануйловой. Ну, вы сами потом все проконтролируете. Я вам дам 2 билета на лучшие места. Спасибо. Я лучше концерт Мануйловой по телеку посмотрю. Ленька, ты идешь в больницу, сразу звонить, понял?
Постарайтесь не потерять по дороге, а? Семечкин, иди сюда. Ты грузил оборудование? Ну, я грузил. Но я же не зубами грузил, я же перекусить веревку не мог. А тебя проверять не учили, что ты грузишь? Так, Игорь, ну, не пыли. По холодной голове надо разбираться, кто грузил, кто проверял. По какой холодной голове? Ему вообще голову не выдали. Кто последний проводил инвентаризацию на складе? Я спрашиваю, кто проводил? Я проводил. Ты у меня под суд пойдешь. Игорь, это уже чересчур. Чересчур? Вот это вот не чересчур! Касацкий, надо мужиком оставаться. Или хочешь, я тебе успокоительно вколю? Скажу прямо, Сергей Саидович, не такого результата я ожидал. Мне звонят каждые 5 минут, как в день рождения. Видимо, не поздравляют. Да уж, какие поздравления? Тут соболезновать пора. Отменить концерт Мануйлова, это... Да ничего не отменял, товарищ генерал. Я ведь не против искусства. Пусть себе поет на здоровье, но не в этом клубе. Давайте мы с вами шашкой махать не будем. А то с вашим рвением через неделю в Сочи все будет закрыто. Представляете, как было бы хорошо. Человеческая жизнь дороже. Представляю. Аж мурашки по коже. Сергей Савельевич, располагайтесь в кабинете, и по объектам вам больше бегать ни к чему. Все ж мне все бегать-то запрещают. Разрешите идти? Идите. Только не бегите. Ох, Соня, господи! Что? Что опять у вас случилось? Ну что, все собрали, можем ехать? Угу. Витек, все? Ты правда думал, что он профукал? Смотри сюда. Ну, может, перетерлось. Ну, вот это вот перетерлось. А вот это, судя по всему, надрезали. Господи, Юра. Ты что, мой кабинет отмычкой вскрыл? Зачем? Я же мент, а не вор, у меня ключ есть. Замечательно. Что случилось? Ничего. Зашел проведать. Или проверить. Это тоже. Вот ты позапрошлой ночью вроде бы оставалась дежурить. А из больницы на всю ночь ушла. Выходит, ты в другом месте дежурила? Думаешь, любовника была? Где ты была, я знаю. И предупреждаю тебя в последний раз. Ты не должна иметь никаких дел с этими спасателями. Совсем никаких? А если кого-то из них ко мне в больницу привезут? Наверняка привезут, и не раз. Но ты же не один врач больницы. Валентина, я вот сейчас не шучу. Я вот сейчас ни разу не шучу. Держись от них подальше, иначе это плохо кончится. Xin chào tất cả các bạn, là Tứ đây. Các bạn ơi, Tứ và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về chú gà chích bị trượt ngã này nhé.
Các bạn ơi, như vậy là Tứ đã tô màu xong bức tranh này rồi. Các bạn nhớ nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng Tứ tô màu trong những bức tranh tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.